Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забрали. Открыть колоду, это все сделали. Так, бесплатно открываем пак. Выпадает нам здесь, ну, деньги, 6 бакинских, окей. Кстати, по поводу баксов, ну-ка. Ага. Плане, я не понял, нам будет доступно не 250, а 300? Ну, подожди-ка. Ого, друзья мои, вот это да, вот это скидос. Прикинь, мы раньше с тобой вот за эту сумму брали 250 телепортов, а теперь доступно 300. Шикарно. Я в первый раз, кстати, вижу такую акцию. Так, что у нас дальше? Секундочку, так, ежедневки, конечно же. Пройти серию испытаний. Быстренько пробежимся, тем более мы начинаем новый круг. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то есть мы прошли с тобой, да, в прошлой серии. Теперь начинаем заново. Так, ну что у нас тут? Хлопчики стоят. Блин, что-то я, ребята, так киморнул сегодня неудачно, что защемил шейный нерв где-то. Теперь голова болит очень сильно. Так, минус. А здесь у нас кто? Ну, понятно, Рокстеди, Бибоп, как обычно. На! Смертельный поцелуй. Укусик. И... ну, давай уничтожим Рокстеди. Все, ребят. Смотри-ка, там, кстати, какая удивительная картина висит. Тостер. Отключенный тостер на картине. Прикинь, зачем такую картину вешать? Не знаю. Ну что, значит, мы теперь можем с тобой фармить, да все что угодно делать. Давай-ка зайдем, наверное, в испытание. Так, это у нас еще недоступно, через 2 часа с половиной будет. Ну, а я пока начну фармить. Так, 50 жетонов. Маяк. Опять выпадает нам кожеголовый. Роквелл. Ноутбук Донни. Что-то как-то быстро заканчивается у нас сыр, я смотрю, вообще моментально. И купить не могу, да? Блин, 250 сыра стоит 1000 долларов. Да, было бы, конечно, круто. Значит, получается, у нас выпал только кожеголовый плюс роквелл. Окей. Так, по жетонам у нас сколько... 305, этого мало, 305. На кого будем копить-то? Наверное, на кожеголового, да? Будем копить. 710 нужно. Ё-моё, 710 жетонов, ребята. Это, конечно, дофигище. Ну что, а у нас турнирная арена. Я хочу сегодня, естественно, добраться до топчика. То есть занять первое место. И я думаю, что мне здесь никто не помешает. Так, раз, два, три. Отлично, поехали. Будем здесь всех разносить. Так, главное, чтобы вот этот Микеланджело у нас упал одним из первых. В принципе, он не жилец. И дальше просто валуном всех накрываем сверху. Все. Шикарно. Поехали дальше. Кстати, посмотрим сейчас, на какой позиции мы находимся вообще. Ага. Мы были сброшены с Лиги Мастеров 3 звезды. То есть, соответственно, мы сейчас только лишь заберемся туда обратно. Сейчас попробуем 17-24 где-нибудь нарыть. Окей. Так, опять же, я беру Армагона. А вместе с Армагоном я, наверное, возьму вот так вот. Вот такой командой. Пойдем. То есть Майки сейчас поставит уклонение. Армагон, соответственно, сделает свою суператаку. Ну и, надеюсь, Боксер Стокман остальных добьет своей смертельной волной. Хлоп. Ну давай, Боксер. Да. Все, что я хотел, то, друзья мои, у нас и получилось. Ну что, двигаемся дальше. Сейчас мы переходим в Лигу Мастеров 3 звезды.
То есть задача наша сегодня зайти на первое место. То есть быть топовым игроком. Дай-ка я попробую вот такую взять команду. Ну, ты сам понимаешь, Лео, Ванька, Усаги. То есть супер топовая команда. Ну что, поехали. Усаги, естественно, будет первым нас ходить. Так, теперь Леонардо со своей вертушкой. Все. Здесь тоже у нас удачно получилось. Ну что, ребята, посмотрим сейчас, какое место. Я думаю, где-то 80-я, 70-я позиция должна быть. Ага, 78-я, отлично. Отлично. Так, ну что, следующий поединок. Возьмем вот этих ребят. Тут у нас Донателло, Макман, Зек. Ну, Зек, естественно, наверное, будет ходить все-таки первым. У него самая большая инициатива из всех. Ага, понятно. Делает иммунку. А мы попробуем сейчас ураганом. Ух, хорошо. И добьешь Дони? Так, остается Бибопчик. Все, ребят, здесь тоже у нас удачно получилось. Я пока просто берегу откаты, потому что они нам понадобятся уже ближе туда, к финалу, так скажем. Сейчас попробуем до полтинничка добраться своими силами, а уже дальше, потому что их у нас всего 11 штук. Как бы особо сильно тут их тратить неохота. Но вот здесь вот, скорее всего, придется все-таки взять нам Супер Шреддера, потому что эта команда вряд ли здесь сама справится. Хоть и 80-й уровень, но... Не знаю, сейчас проверим. Львиную долю нужно сразу уложить, хотя бы подранить как следует. Так, Хан упал. Постепенный урон практически на всех. Так, минус Ванек. Минус Дони. Такой потирает. Тык-тык-тык. Че он там нажимает? Там даже никакой клавиатуры нет. Он что-то там кликает. Отлично. Ну что же, Крэнк Малорик добил этого супостата. Смотрим. Давай 50-е, пожалуйста, место мне. О, 51-е. Уже хорошо, ребят. Уже остается совсем чуть-чуть. Совсем ничего, да? Так, берем Армагуна. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три. Вперед, как говорится, из песни. Ну что, Супер Шреддер? Давай, делай. Потом Армагон присоединится. Присоединится со своим супер-валуном. Так, ну если посудить, то мы сейчас должны где-то занять 40-ю позицию. То есть получается всего лишь 4 поединка. Это умножаем на 2, 8 откатов нам надо. У нас как раз 8. У нас как раз 8 откатов. В общем, пройдем. Пройдем сегодня. Так, опять же берем Армагона, опять же я беру... Нет-нет-нет-нет, не Ваню. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три. Вот так вот. Ну что, сегодня еще поиграем, наверное, Черепашки-ниндзя, Безумные Мутанты. Серия будет, наверное, сразу же после Черепашек Легенд. Кстати, друзья мои, напишите мне в комментариях, у вас, кто играет... ХКР-ку, у вас с управлением все нормально? Я имею в виду в плане того, что вот ты, например, когда делаешь прыжок, да, на кого-то там трамплине или не имеет значения, ты когда хочешь притормозить, у тебя срабатывает все нормально? У меня почему-то, ребят, когда я нажимаю на притормаживание, машина начинает крутиться колесом. Бред какой-то. Я не могу уже 2 дня играть нормально в ХКР-ку. Во вторую часть я имею в виду. Просто что-то с управлением не то. После этого обновления все испортилось, поэтому я там скатился фиг знает куда. Так, что это такое? Карчик. Карчик какой-то. Понимаешь, тут карчик у нас. Это индусы. Ну что же. Индусы так индусы. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Поехали. Жги, Супер Шреддер, жги. Отлично.
Так, теперь валунчик. Будь-ка добр. Прекрасно. Ну и смотрим результат. Какое место мы сейчас займем? Давай, давай, давай. Было 25-е, будет 15-е, наверное, да? Опа, 11-е. Ну что, я так понимаю, последний у нас заключительный поединок. И будет у нас первое место. Так, сегодня у нас пятница, да? Еще суббота, воскресенье и в понедельник. Ну, в понедельник я не смогу бустануть, я уже объяснил, почему. Потому что я буду работать. Причем с утра, в утреннюю смену, это если только вечером. Но вечером это уже не буст будет. Ну так, все равно попробуем, ребят, пройти. Осколки платиновые еще никто не отменял, верно? Вот так вот. Ну что, занимаем первую позицию. О, да. И выпускаем, точнее не выпускаем, а доделаем наши ежедневки. Так, сразиться в сложных боях. Короче, ищем на Кренга, да? Кренг у нас 73-й, становится 74-м уровнем. Так, 5 силовых ячеек Кренгов нужно найти. Раз. Два. Так, 2 есть, нужна. Так, 3. 4 и последнюю. Давай последнюю мне. Да что ты как специально? Ты посмотри, а. Есть. Нашли, короче, последнюю силовую ячейку и 18 наушников. Ну, с наушниками будет, должно быть, по крайней мере, попроще все. 1, 2, 14 наушников, ребята. 3. Так, 4, еще 10 нужно. Еще... У меня пицца кончится быстрее, по-моему, чем я найду эти наушники. Да, пицца кончается прямо на глазах. Прям тает. Так, по 8 кусочков за один только вот шанс найти. Но, тем не менее, 5 наушников найдено, еще нужно будет 13. И прокачаем до 5 ступени мы вход в технозону. Забираем здесь наши все эти награды. Ну и больше здесь пока я ничего, ребята, сделать не смогу, потому что... Так, давай-ка здесь вот обменяем. Да ё-моё, говорю, обменяем. Все. Событие у нас будет, но у нас на событии что там? Черепашья буря. Ну, если накопится у нас до вечера сыр, то, конечно же, я обязательно буду проходить, потому что тут награда солидная. Тут и жетоны, тут и доллары. Зарабатывается все отлично. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.